сорт острого перца Хутланд Мустард. Это Хутланд горчичный. Посмотрите, какая красота. Только посмотрите, какой красавец. Меня поймет только настоящий перцевод. Это просто супер. Это перец, это просто бомба. Смотрите, какая красота. Сейчас я немножко тенек сделаю, чтобы солнышко не отсвечивало. Вот, смотрите. Это просто супер. Этот сорт просто, просто бомба. Острота у него от 1 200 000 сковелей до 1,5 миллионов. Это просто нереальный перец. Просто. Это как скорпион. Просто острейший. Высота такого кустика может достигать до 80 сантиметров. Если будете выращивать в теплицах, высота может достигать 1 метра. Точно так же, если вы эти кустики будете выращивать у себя на балконе и хорошенько накормите, высота, соответственно, будет около метра. Срок созревания этого сорта 120 дней. Вот, смотрите, какая красота. Ой, супер, супер перец, супер. Этот перец созревает от зеленого до горчичного цвета. Сорт это многолетний, так что его можно выращивать как в теплицах, если у вас отапливаемая теплица, потому что срок созревания 120 дней. Вот первые плоды созрели. Сегодня 15 сентября. Вот появились первые плоды. Вот с 15 сентября начинают созревать все сверхострые сорта. В том числе тринидады, пхуджалоки, ну все, которые больше 800 тысяч и до миллиона. Вот с 15 сентября начинается у них созревание. И длится до конца октября. Этот сорт можно выращивать даже на подоконнике. Вот у меня кустик небольшой. Если посмотреть, куст у меня где-то сантиметров, наверное, ну, сантиметров 40 будет. Вот такой вот аккуратненький он. Вот развилочка. Вот такой замульчированный. Также можно выращивать его на балконе. Самое главное, не сильно не перекармливайте их. Если будете сильно много кормить, он пойдет у вас в рост. Цветы будут осыпаться, потому что он перекормленный. Лучше сделайте такую более бедненькую землю. И он у вас будет цвести и плодоносить. Ну, первый урожай вы соберете где-то в середине сентября или даже в конце сентября. Очень интересный сорт для любителей сверхострого. Это получится у вас соус просто, просто супер, просто бомба. Острота у него просто нереальная. Я недавно пробовал, ну вообще просто, я даже не знаю, как передать. Это такое впечатление, как будто ты проглотил кусок раскаленного металла. У него вкус хабанера. Такой с небольшой как бы ноткой персика или вот таким чем-то как дух напоминать, немножко пахнет духами. Вот, в общем, я так честно говоря не могу сказать, какой у него вкус. Очень какой-то экзотический, очень интересный. Вот такой вот красавец, видите, с таким жалом. Да, с таким парнем шутить не надо. Так что выращивайте. Всем удачи. До новых встреч!